Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится каждую весну по инициативе губернатора Московской области. В Ленинском городском округе она стартовала вблизи деревни Андреевская. Участок для старта акции «Лес Победы» был выбран не случайно. Именно здесь в прошлом году произошли пожары и сгорело около 9000 деревьев. В экологическом мероприятии приняли участие более 200 жителей муниципалитета. Для восстановления леса на площади в 1,5 гектара высадили 6 тысяч сосновых саженцев. За эти 9 лет уже более 40 тысяч жителей Ленинского городского округа приняли участие в акции «Лес Победы», посадили более 9 тысяч саженцев. Это фактически целый такой объемный лес. Ну и помимо того, что лес – это наши легкие, конечно, здесь мы чтим память наших героев, наших предков. Нет семьи, кого бы ни коснулась Великая Отечественная война. Хорошая такая акция, которая позволяет вспомнить своих предков, посадить дерево. А дерево – это символ жизни, символ памяти о наших героях. И, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить с праздником 9 мая, с Великой Победой. Еще одна важная идея акции – воспитание патриотизма молодого поколения. Сохранение памяти о подвиге людей, которые ценой своей жизни и своим трудом добились победы в Великой Отечественной войне. Студент юридического факультета «АМАЯК» – постоянный участник подобных мероприятий. Полезно для общества тоже получается. То, что некоторые вот так деревья берут, срубают просто так, тоже неправильно. Вот пытаемся засадить деревья, чтобы экология лучше была. Акция продлится до 26 мая. Со следующей недели будут организованы мероприятия по посадке деревьев на 53 площадках муниципалитета. Общее количество, ну, это где-то порядка 15 тысяч саженцев, включая гослесфонд. То есть здесь 15 числа еще продлится акция, еще будет высажено около 8 тысяч сеянцев. И дальше уже в муниципалитете около 2 тысяч будет высажено на территориях образовательных учреждений, и около 3 тысяч будет высажено на территории дворовых, на дворовых территориях. Всего на территории Ленинского городского округа будет высажено порядка 15 тысяч различных хвойных и лиственных деревьев, а также кустарников. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.